подошла к концу наша работа. Я надеюсь, получилось полезно и интересно. Напишите в комментариях, если что-то вам было непонятно или у вас есть какие-то дополнения к моей работе. Также я хочу поделиться с вами проектом «Чистый город». Для меня это возможность сделать хоть и маленький, но все-таки вклад в сохранение нашей природы. Если вам интересен этот проект, то внизу по ссылке вы можете ознакомиться с подробной информацией.